Итак, продолжаем наш тренинг по мануальной терапии, да, и вот мы рассматриваем вопросы скрутки. Скрутки уже разные посмотрели, да, там у нас, по-моему, 8 или 9 вариантов было, да, но они как бы осмыслены и по силе каждый раз увеличивались, да, самая мощная сила, когда у нас есть, зацепляется нога за стол, она желательно в одной оси находится с позвоночником, да, 90 градусов изначально держим, это мы воздействуем на подвздошную кость. Сейчас я зеленым цветом так покажу. Вот она идет. Да? На вот этот гребень подвздошной кости, верхний уголок. Здесь рука как ремень безопасности в машине по диагонали. Да? Растягивает позвоночник в разные стороны. Вот такая декомпрессия по спирали в разные стороны. Да? То есть напишем, что первое это 90 градусов, упор в верхний угол подвздошной кости. Вторая рука как ремень безопасности. За грудную клетку. Вот. Чем мы больше, в смысле, уменьшаем угол, да, таким образом, поднимая колено вверх, тем ниже мы воздействуем. Ну, например, градусов примерно 80. Вот. Это получается мы можем на крестово-подвздошное сочленение уже, да? Ну, такой как бы нюанс уже пошел так, допустим, 2, да? 80 градусов угол и упор в крестцово-подвздошное сочленение. А если угол сделаем наоборот больше, да, не меньше, а больше, то, соответственно, это будет 3, ну, примерно 120 градусов, это же мы не точно делаем, да, может маневрировать, там чуть побольше, побольше, поменьше сделать, то это будет уже пояснично-реберный переход, пояснично-грудной переход позвоночника. То есть вот это уже часть будет, да. Поэтому мы руку меняем вот так вот под другим углом, на нижние ребра давим, да? Значит, рука на нижние ребра. А вторая рука, вот я нарисовал, да? Она прямо в кость. Тут уже такое вот такое движение, да? Под другим углом, на бедренную кость. Потому что, еще раз покажу, на скелете. Потому что наша цель
В первый раз мы скручивали, да, вот сюда давили рукой за счет таза. Вот это нарисован вид сверху, да, вот у меня локоть упирается в таз. Вот. Наша рука лежала по диагонали вот так. Теперь наша цель выше поебраться, да, ногу опускаем, руку вот так вот, уже под таким углом на ребра будем давить с той стороны. Ребра, видите, по диагонали вниз идут, и мы давим, получается, вот нижние 10-й, 11-й, 12-й позвонок. А таз тут практически нас не интересует. Ну, можно и в таз давить, да, в принципе, в тазовую кость. А можно и в бедренную. Бедро лежит вот так, да. Зацепился там. То есть мы прямо в бедренную кость давим. Вот, вот такая получается скручивание. На вытяжение. Второе понятно, да? Сейчас мы рассмотрим еще отдельные моменты, когда мы можем при сколиозе, допустим, позвонки еще подтянуть и поднять в момент скрутки, да? Это вот уже отдельный частный случай. Сейчас мы до этого дойдем. Ну, а пока зафиксируйте это, сфотографируйте. Ну, все понятно, да? И что-то еще надо нарисовать. Все понятно вроде, да? Все, тогда фиксируем. С вами был Олег Гудвин. Приходите к нам за новой порцией полезной и важной информации для повышения состоятельности вашей работы. И дай Бог, клиенты вам будут благодарны. До новых встреч, дорогие друзья.